Черничные ночи, грибные дни. Дождливое лето дает свои плоды. Грибники рассказывают о том, что в этом году охотиться на грибы даже не приходится, так как их сейчас много. 250 кучка, 800 килограмм белых. А какие грибы, расскажи мне, я ничего не понимаю. Вот эти вот белые грибы, эти лисички. А какие полезнее? Белые лучше. А вот с пользой лисичек уже не поспоришь. Все выводят нуклиды из организма и не впитывают в себя, а именно из организма нашего все выделяют. И мы будем чистенькие. Так что не обязательно прям вот... А прям надо, как увидите, сразу их рвите. И будет во. Тяжело собирать? Ну, конечно, они прям насеяны. Чик-чик-чик-чик-чик и пошел. А в этом году урожай лучше, чем в прошлом? Ну, конечно, влаги больше. А они поэтому вроде сначала никак, а вот сейчас сильные дожди, они быстро-быстро. И прям урожай большой. В этом году урожай ягод радует своим изобилием. Польза проявляется благодаря их уникальному витаминно-минеральному составу. Например, витамина С в красных ягодах в несколько раз больше, чем в лимоне. Большой сейчас урожай черники? Ну, она еще до конца еще не налилась, но уже хорошая. Как в этом году оценивается вообще урожай черники? Хороший. Из-за чего? Как думаете? Вовремя дожди пошли, а то бы сгорело на корню. А про пользу черники расскажите что-нибудь. Ну вот первое, что сразу же сезон едите, зрение улучшается. Ну, вишня, например, много йода содержится, очень полезный для щитовидной железы. Ну, малина, витамин С есть тоже. В основном витамин С, конечно. Да. Кожух для глаз хорошо, а вишня для всего хорошо. Трудно собирать? Ну, чего, наоборот. А справиться в сравнении с прошлым сезоном в этом году какой урожай? Хороший, нет? Больше. Значит, вот у меня больше. А с чем связано? С дождем. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Да вишня для крови очень полезна. Владимировка особенно. Такие пектины, которые помогают организму, вот сосудистый организма. Вот малина, например, она противомикробная, она, значит, кровь обновляет. Вот вишня тоже для крови хороша. Правда, покупают ягоду, признаются садовники, не очень хорошо. В этом году нет. А почему? Чем объяснить, не знаю. Может, просто много у всех. Так кажется, что мало, меньше берут. Держите. Пожалуйста. Ученые утверждают, что в таком стаканчике содержится суточная норма витаминов, необходимая человеку. Таким образом, иммунитетом можно запастись на целую зиму вперед.